друзья, какой-то заезд. Привет, всем привет. Пошла в магазин Континенталь за медом и слышу уже там пошел заезд, шум, свист. Чем ближе к дому, тем все это более шумно. Друзья, по-моему, на максимальной скорости носится. Я честно не знаю, это формула или болиды. Скорость колоссальная, колоссальная. Зрителей немало, все смотрят, все болеют. Это какие-то промежуточные заезды, не буду неправильно давать названия. Сегодня заезд квалификации в 4 часа, это я знаю точно, я смотрела в новостях. Вот. Если я не ошибаюсь, у нас 12 поворотов на трассе. Причем очень много таких крутых, загнутых, узких, неудобных. То есть достаточное мастерство должны проявлять пилоты, чтобы не запутаться в нашей трассе. И, соответственно, для ошибок у нас карманы, куда можно заехать в случае неправильной траектории. Вот несутся, несутся первые лидеры, лидеры. Дождемся появления формулы или болидов. И потом посчитаем, сколько секунд занимает круг. Сейчас дождемся. Так, я ходила в Континенталь, который на проспекте Бюльбюля. Кирова бывший проспект. Так, несутся. Девять, сорок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 50 секунд. Раз, 16, минута, 17, 18. Минута 18. Вот минута 18 требуется на полный круг трассы. Вот при этой скорости, не знаю, какая скорость, но скорость не маленькая, скажем так. Вот они идут все друг за другом. Представляете, как трудно вырваться вперед. Но сейчас, наверное, они и не стараются вырваться вперед. Каждый, наверное, пробует максимально свои возможности. А вот квалификация. О, камера крутится на этой люльке, кстати. Крутится и снимает все, что надо. Представляете? Может, она и нас снимет? Короче говоря, точно мы знаем, для чего нужна квалификация. Чтобы определились места на стартовом моменте. На старт. Определились места на старте. Все-таки, видимо, есть выигрышные позиции, есть невыигрышные позиции. Лидер будет...
Поэтому борьба не шуточная. Лидер окажется на выигрышном первом месте на старте. И так далее. Последний едет по принципу «тише едешь, дальше будешь». Все, я пошла пробовать мед, друзья. И так я прогулялась в Континентале, купила два вида. Там немецкий мед, очень вкусный, очень. Да, он немножко дороже, очень вкусный мед. Сейчас я пойду его дегустировать. И что я обнаружила? Что я думала, ой, только наши улицы закрыты. Нет, намного улиц дальше, в большом радиусе перекрыты улицы, перекрыто движение, соответственно, все это сказывается на движении, пробках в городе. Сейчас я вам зачитаю, что я вчера, значит, в интернете. Информация такая. Лучший результат, это вчера, в гонке показал мексиканец Серхио Перес, опередивший своего напарника по команде Red Bull Макса Ферстаппена, который был самым быстрым в первой практике. Карлос Сайнс и Шарль Леклер, управлявшие болидами Феррари, показали третий и четвертый результат соответственно. Ну и вот, и здесь отмечено, что в 13.00 сегодня состоится третья практика. Значит, вот сейчас, ну сейчас еще нет 13.00, сейчас, видимо, репетиция перед третьей практикой. А в 16.00 квалификационный заезд.